Всем привет! Сразу после вот такого вот видео, то есть про видеоурок, типа как сделать вот такую вот херню. Если вы не видели, то вот я уже сделал типа ссылку на это видео. Так вот, значит, сегодня я покажу для новичков, как сделать вот такую вот херню в конце. То есть, когда у вас видео заканчивается, чтобы у вас была либо плейлист, либо видео, ну, либо как хотите просто. Для этого нам также нужно, ну, также. Для этого просто удаляем творческую студию YouTube, то есть если она у вас есть, и заходим в Chrome. А также у нас есть своя телеграм-группа, там где мы общаемся с корешами, с друзьями. Итак, для начала мы заходим в Chrome, значит, ну, либо пишем вход в YouTube, либо просто нажимаем сюда, то есть в моем случае просто нажимаю сюда. Ну, то есть на аватарку мы сразу не нажимаем, о боже, нажимаем сюда вот, то есть вот это троеточие. Появляется у нас здесь вот такая штука, то есть нажимаем на версию для ПК. Нажали. То значит ждем, пока у нас прогрузится. Теперь нажимаем на свою аватарку, то есть у нас здесь аватарка появится. Творческая студия YouTube нет. И нажимаем мой канал. Ну, то есть я обычно так нажимаю. То есть нажимаем видео дальше. То есть ждем. То есть вот у нас появляется, мы появляемся вот где куча видео. То есть, к примеру, вот где я вам показывал. Я вам показывал вот здесь вот. Вот здесь. Среди видео вот среди. Описание. То есть. Ну вот описание, субтитры здесь, подсказки и конечные заставки. Правда, конечные заставки вы не на всех видео сможете поставить, я не знаю, у меня качество, то есть нормальное качество, хорошее. И я просто конечную заставку ставлю. Если вы не можете поставить конечную заставку, ну то есть вот нажимать на вот эту кнопку не можете нажать, то либо дело в качестве, то есть я уже в этом не шарю, либо ну, проблема в формате видео, то есть оно у вас как бы должно быть вот таким вот, типа, как бы сказать, таким широким, ну, как обычно, как на телефоне это выглядит. То есть нажимаем конечные заставки. Здесь у нас здесь вот уже появляется вот эта херен, ну, херень, хрень. То есть, ну, сначала, допустим, у нас ее нет, да? То есть мы вот должны нажать на вот этот плюсик, на вот этот вот плюсик. Вот он. То есть здесь появляется видео, плейлист, ну, типа, плейлист, подписаться, канал, ссылка, вот. И то есть в моем случае уже кнопка подписаться, видео и плейлист есть. Ну и, впрочем, к примеру, я нажимаю видео, да? Я ставлю вот сюда, но сейчас я не могу, потому что здесь уже поставлено. То есть вот самое, здесь есть потом настройки самое новое видео, самое подходящее, то есть и выбранное мной. То есть я могу написать название ролика, и оно вот здесь будет всегда показываться в конце. Ну, получается все. То есть вот с этим вот так же. Ну, то есть можно вот так вот отрегулировать по ровности вот так. Хоп. Все, и готово. Все, готово. И, то есть после этого нажимаем сохранить. Но в моем случае, в данном, я нажимаю отменить изменения. После этого, ну, не знаю, сохранить или сохранить не надо дальше нажимать. Просто, получается, выходим. Ждем несколько минут, секунд. Или, может, сразу у вас. Ну, то есть сразу вы уже можете заходить в YouTube, заходить на вот это самое видео, и у вас уже эта хрень появится, в конце видео.